26 красавіка 1986 года отбылася катастрофа на Чорнобыльской атомной электростанции. У першие хвилины яна забрала жизни десятков людей. С каждой годиной ахвяр становилось все больше. С десятков сотни, а сотняв тысячи. Гэта тысячи назавжды разбораных лёсов. Территория Республики Беларусь стала эпицентром гэтай катастрофы. Больш за 23% территории Беларуси на тысячагоддзі стали непридатными для жыцця людей. А наступствы немагчыма оценить. Беларусь займае лидирующие позиции по онкологичных захворваннях и інших наступствах радиации. Мы платим великую цену за чужие амбиции и помылки. Вельми важно не забывать про то, что отбылося, и не повторить этой помылки знов. Чорнобыльский шлях – это данина памяти об той жахливой катастрофе, якая назавжды изменила свет. Приехали в Минск. Але место мы купили у проводницы за тройную цену. И она всем принесла чай, а нам сказала: «Давайте свои шклянки, те что». До нас одразу не дошло. Шклянок не хапая. Не, нас боятся. Откуда? С Чорнобыля. И человек боком-боком от нашего купе. Детей не пускают, как бегали мимо. Приехали в Минск до маминой сябровки. Маме моей дагэтуль сорамна, что мы у своей брудной апрацы, а будку у ночи валились у чужую кватэру. Але нас приняли. Накормили, шкадавали. А зайшли суседи, у вас гости, откуль? С Чорнобыля. И они так само, боком, боком. Ну, это вы по ЧА-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на лавном корпусе, между третьим и четвертым. Я боюсь и кахать. У меня есть жених, мы отнесли заяву в ЗАГС. Вы чули что-нибудь про хиросинские хикабуси? Тих, кто выжил после Хиросимы? У нас про это не пишут, про это не говорят. А мы есть. Чернобыльские хикабуси. Он привел меня в дом, познакомил со своей мамой. Яго добрая мама. Працую на заводе экономиста. Грамадская активистка. Ходит на все антикоммунистичные митинги. Вось гэтая добрая мама, як доведалася, что я з чорнобыльской семьи, с переселенцем, здивилась. Любочка, хіба вы зможете народить? А у нас заява в ЗАГСе. Ён упрошвае. Я сыду з дому, здымем кватэру. А ў мяне ў вушах. Любачка, для некаторых існуе грэх затрэчы. Грэх кахаць. Падымай на састаў. Падымай, начальніка падняў. Так всіх весь афіцэрскі састаў, афіцэрскі корпус падымай. Навошта я гэта збіраю, назапашваю? Я ніколі не паставіла спектаклі пра Чорнобыль, як не паставіла ніводнага спектакля пра вайну. У мяне ніколі не будзе на сцэне мёртвага чалавека, нават мёртвага вожыка ці птушкі. У лесе падышла да сасны, нешта белае. Думала, грыбы. А гэта мёртвыя вераб'і грудкамі ўверх, там, у зоне. Я не разумею смерць. Я перад ёй спыняюся, каб не звар'яцець. Вайну трэба паказаць гэтак страшна, каб чалавека званітавала, каб ён захварэў. Гэта не відовішча. У тыя першыя дні яшчэ не было паказана ніводнага здымка, а я сабе ўжо ўяўляла. Абрынутыя перакрыцці, разбураныя сцены, дым, бітае шкло. Кудысьці вывозяць прыхілых дзяцей, чароды машын. Дарослыя плачуць, дзеці не. Яшчэ ніводнай фатаграфіі не надрукавалі. Напэўна, калі распытаць людзей, іншага вобраза апакаліпсісу ў нас і няма. Выбух, пажар, трупы, паніка, як тое, што я памятаю з дзяцінства. Але пра гэта пасля, асобна. Здарылася нешта іншае. Гэта іншы страх. Яго не чуваць, не відаць ні паху, ні колеру.
Фізично і психічно ми міняємося. Міняється формула крові, міняється генетичний код, міняється ландшафт. Щоб ми не думали, не робили. Ось я раніцею встаю, п'ю гарбату, йду на репетицію до студентів, а гэта надо мною вісить. Як знак, як питання. Мне нема з чим гэта порівнати. З дитинства я пам'ятаю щось зусім неподобне. И четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Расскажу вам, что такое наш человек. Один приклад. У брудных районах у першые годы магазины завалили гречкой, китайской тушенкой, и люди радовались, выхвалялись, что, мовляв, нас теперь отсюль и не выгонишь. Нам тут добро. Забруджвалася глеба нераўнамерна. В адным калгасе і чыстыя, і брудныя палі. Тым, хто працаваў на брудных, плоціць больш, і ўсе просяцца туды. На чыстыя ехаць адмаўляюцца. Нядаўна быў у мяне ў гасцях брат з далёкага ўсходу. Вы, кажа, тут як чорныя скрыні, людзі скрыні, чорныя скрынкі. Ёсць у самалётах, і ў іх запісваецца інфа аб палёце. Мы думаем, что мы живем, размовляем, ходим, ядим, кахаем, а мы записываем информацию. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Я не письменник, не опишу. Моего розуму не хопить, как утямить. И моей высшейшей эдукации. Вот ты живешь, звичайный человек, маленький. Такие все вокруг. Идешь на працу и приходишь с працы, отрымливаешь среднюю зарплату. Раз на год ездишь в отпуск. Нормальный человек. И одного дня ты раптом перетвораешься у чернобыльского человека. У дива. У нечто такое, что усім цікаво и никому не ведомо. Ты хочешь быть як усе, а уже не можно. Ты не можешь. На тебя глядят іншими вачима. Тебе задают питання. Там было страшно? Як горела станция? Что ты бачил? И наогул, ці могут быть у тебя дети? Жонка от тебе сошла. На першем часе мы все перетворились у дива. Само слово «чернобылец» дагэтуль, як гукавы сигнал. Усі поворачивают головы у твой бок. Оттуль. Пожарная охрана. Алло, Иванков. Да-да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да-да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там третий, четвертый блок горит крыша. Я свідок Чорнобиля. Найголовнішої події ХХ століття. Хай хоч якими страшними війнами та революціями це століття запам'ятається. Минуло вже 20 років по катастрофі, але для мене досі питання, про що я свідчу? Про минуле чи про майбутнє? Так легко спорснути в банальність, жаху. Але я дивлюся на Чорнобиль як на початок нової історії. Він не лише знання, а й просвіття. Бо людина вступила в суперечку з колишніми уявленнями про себе і світ. Кажучи про минуле чи майбутнє, ми вкладаємо в ці слова свої уявлення про час. Але Чорнобиль – це насамперед катастрофа часу. Радіонукліди, розкидані по нашій землі, житимуть 50, 100, 200 тисяч років. І більше. З погляду з людського життя вони вічні. Що ж ми спроможні зрозуміти? Чи до снаги нам добути і розгледіти сенс у цьому ще незнаному для нас жахітті? Алло, Поліська? Да-да. Ви, значить, виїжджаєте на атомну станцію, там горить криша третього четвертого блока. Спершу недоумення. Адчування, што гульня. Але гэта была сапраўдная вайна. Атамная вайна. Нам невядома, што страшна і што не страшна. Чаго асцерагацца і чаго не асцерагацца. Ніхто не ведаў. Сапраўдная эвакуацыя на вакзалах. Што рабілася на вакзалах? Мы дапамагалі ўкідваць дзяцей праз вокны ў вагоны. Наводзілі парадак у чэргах. Чэргі па білеты ў касах, паёт у аптэках. У чэргах сварыліся, лаяліся матам і біліся. Ламалі дзверы ў гарэлачных ларках і крамах. Разбивали, выламывали в окнах железные краты. Переселенцы, яны жили у клубах, школах, дитячих садках. Ходили полголодные, гроши во всех хутка скончались. У крамах все поскупляли. Я не забуду на женщин, якія мыли нашу белизну.
пральних машин не было. Про их не подумали, не привезли. Мыли руками, все женщины пожилые. Руки у их у пухирах, струпах. Белизна не просто брудная, там десятки рентгенов. Хлопчики, з'ешьте, хлопчики, поспите. Хлопчики, вы ж молодые, остерегайтеся. Шкодовали нас и плакали. А те живые яны зараз. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Учора еду у троллейбусе. Сценка. Хлопчик не уступил место старому. Той его повучаю. Будешь старый, тебе так само не уступить. А я николи старым не буду, отказывая хлопчик. Чому? Мы все не в забаве помром. Вокол говорки про смерть. Дети думают про смерть. А лишь это то, над чем у конца життя задумываются, а не у початку. Я бачу свет у сценках. В улице для меня театр. Дом, театр. Николь не запоминаю подею цалком. А у деталях, у жестах. Усё пераблыталося в моей памяти, перемешалося. Ти то с кино, с газет, ти то я гэта здесь ти бачила, чула, подглядела. Бачу, брыдзе па ўтравелай вясковай вуліцы звер'яцелае ліца. Тихая, ласкавая, як дзіця, лашчыца да здзічэлых катоў і курэй. Тихо. І раптам сярод гэтай цішыні дзіўная чалавечая гаворка. Гоша хорошы, Гоша хорошы. Гайдаецца на старой яблыні саржавелая клетка з адчыненымі дзверцамі. Хатні папугай сам з сабой размаўляе.